В международном аэропорту Владивосток прошла спортивная акция под названием «Зарядка чемпионов». Мероприятие было организовано в рамках проекта «Приморье за здоровье». Самое главное, что организаторы, да, ответственные лица за это все, они постарались, то есть привлекли всех этих работников, сотрудников. Все пришли, все достойно, как говорится, отзанимались. Ну, здорово, молодцы. Почаще бы такие мероприятия проводить на таком уровне. Ну, и будет все, тогда у нас будет здоровый образ жизни, здоровое поколение, здоровые люди, все улыбчивые, отзывчивые, счастливые, позитивные. Ну, это реально очень круто. Энергия такая позитивная, просто все заряжены. Сегодня было максимально круто. По-свойски, по-простому и душевно. Тренировка на свежем воздухе вызвала положительные эмоции у ее участников. Сотрудники авиаузла получили заряд бодрости и энергии на весь оставшийся день. Было замечательно, очень энергично. Наш большой дружный коллектив за здоровый образ жизни. Я думаю, что все-таки это было правильным решением сплотить весь коллектив на таком замечательном мероприятии. Сегодня у нас такое мероприятие прошло, спортивная зарядка на свежем воздухе, погода просто шепчет, было очень здорово. Огромную благодарность хотелось бы выразить нашему руководству за то, что они нам дают такую замечательную возможность так спортивно, здорово и классно проводить время. Спортивная акция направлена на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры и занятий спортом. Сотрудники аэропорта Владивосток регулярно принимают участие в различных соревнованиях, где занимают призовые места, демонстрируя высокий уровень подготовки в самых сложных спортивных дисциплинах. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова, Денис Фадеев. Новости на восьмом.